Public Foundation Arukhrak, а потом National Alliance of Tajikistan. Вам слово. Спасибо. Меня зовут Таригожна Бахаджан. Я приехала из Казахстана. Гарантия свободы передвижения, право на поиск убежища, доступ к международной защите являются взаимосвязанными вопросами в регионе ОБСЕ. К сожалению, ситуация с активистами в Казахстане настолько плохая, что они вынуждены бежать из страны и искать убежище. Хочу подчеркнуть, что из Казахстана бегут не от войны, а от уголовного преследования, пыток и жестокого обращения. На этой сессии хочу рассказать о двух беженцах, гражданах Казахстана. Айдос Садыков. 18 июня 2024 года в Киеве было совершено покушение на политического эмигранта Айдоса Садыкова. 2 июля, не приходя в сознание, Айдос умер. Прокуратура Украины сразу сообщила имена киллеров Алтай Жаканбаев и Мерам Каратаев. Через несколько дней Жаканбаев сдался властям Казахстана. Прошло 3 месяца, но до сих пор Акорда молчит, зная всю информацию о покушении на территории другого государства, члена ОБСЕ. Ни обществу, ни вдове Натальи Садыковой, ни Украине не дают никакой информации о расследовании данного дела. Сейчас в Украине Наталья с 3 детьми находится в большой опасности. Мы хотим знать, кто заказал убийство Айдоса Садыкова. Почему Казахстан позволяет себе демонстративно убивать своих политических оппонентов на территории другой страны? Мы просим ОБСЕ в соответствии с международным правом призвать Казахстан ответить за это преступление. Мы благодарны позиции делегации США, которые они сегодня озвучили по выражению беспокойства в связи с гибелью Айдоса Садыкова. Дина Смаилова. Дина Смаилова, правозащитница, отстаивает права женщин, ставших жертвами насилия, основатель фонда «Не молчи, КИЗЭТ». Более 4 лет назад она была вынуждена бежать из Казахстана в Грузию, однако и в Грузии ей отказали в проживании. Дина объявлена в розыск, против нее на родине возбуждено 4 уголовных дела. Дина сейчас находится в Черногории, за ней постоянная слежка, и она не чувствует себя в безопасности и не решается вопрос по убежищу. Как такое может происходить в Европе с политическими беженцами из Казахстана? Мы просим ОБСЕ отреагировать на возросшее перемещение политических беженцев и с обязательствами по международному праву обеспечить безопасность людям со статусом беженца. Мы призываем международные институты потребовать от Казахстана, члена ОБСЕ, прекратить преследование Дины Смаиловой и ответить за убийство Айдоса Садыкова. Спасибо.